Доброго времени суток, дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале и моих подписчиков, и всех тех, кто просто заглянул посмотреть это видео. Тех, кто просто заглянул посмотреть это видео, я приглашаю подписаться на мой канал. У меня уже около 1000 видео, и там очень много всего вкусного и о вязании, и о моей жизни, и всякие распаковки всевозможных товаров, всякие полезные советы. В общем, я думаю, что вы много интересного найдете для себя. Ну и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всего того, что я выкладываю на своем канале. Видео у меня выкладывается почти каждый день, поэтому если вы нажмете на колокольчик, то вы будете получать уведомления о том, что я выставляю на своем канале. Ну а сегодня я хочу вам предложить связать вместе со мной вот такие замечательные топотушечки, тапочки, носочки. Это уж как вы захотите, как пожелает ваша душа. Первые из носочков топотушек я связала вот такие. Эти тапочки у меня связаны из кавказской пряжи, двоечки и с добавлением пуховой нити. Подошва у меня связана с добавлением носочной добавки. Это будут у меня такие тепленькие, мягенькие, пушистенькие, удобненькие тапочки. Следом я связала вот такие. Хотела вначале на их основе предложить вам вязать, но когда попробовала перед камерой, очень плохо видно, но я подумала, нет, все равно я свяжу эти тапочки. Я один связала полностью, второй тоже я его связала, осталось только его сшить и заправить кончики. Такие симпатичные тапушечки получились у меня. Ну и я вошла, как говорится, в раж, связала еще одни вот такие же тапочки, но уже немножко другого плана. Здесь тоже мне осталось, я как бы была в нерешительности по поводу того, оставлять мне или не оставлять здесь вот такой вот разрез, в связи с тем, что у меня полная нога, еще бывает она отекает. Очень нравится мне, как выглядит здесь резиночка, да, оформление очень нравится. Но как бы в том моменте, когда будет отекать нога, я решила, что я здесь сейчас доведу отделочку до конца, то есть черной ниточкой это оформлю. И здесь поставлю или повешу, пришью. В общем, я еще не знаю, как я это все сделаю, но я, в общем, сделаю как бы бантики, и это будет такое симпатичное оформление. Крючком, скорее всего, что сделаю, наберу либо просто потолще ниточку сделаю. В общем, будут тут симпатично висеть у меня бантиком вот такие ниточки черненькие. Ну а сегодня я вам предлагаю связать из вот такой кавказской пряжи. Вот что здесь написано. Состав 70% акрил, 30% ангора, 250 метров в 100 граммах. И это тоже кавказская пряжа, только в пасмах мной приобреталась. И это троечка пряжа. Спицы я использовать буду номер 3. Что еще хотелось бы сказать перед тем, как мы с вами начнем вязать? Вот абсолютно на всех трех разных видов тапочек, да, у меня набрано разное количество петель.
Почему? Потому что пряжа отличается по толщине. Здесь у меня использована пряжа Lana Gold 800. У нее 800 метров в 100 граммах, но я вязала в две ниточки. Это получается, что 400 метров в 100 граммах. Здесь получается 500 метров в 100 граммах, но я вязала тоже в две ниточки. Получается 250 метров в 100 граммах. А здесь те же 250 метров в 100 граммах, но я еще добавляла пух. Поэтому, естественно, это все, ну, как бы пряжа получилась толще. И, естественно, здесь у нас количество петель разное. Каким образом я определяю, какое количество петель набрать на тапочке? И вы это запомните, и вам очень легко будет в дальнейшем вязать. И знать, какое количество петель вам нужно набрать с той или иной пряжи. Наша нога, да? Что я делаю? Берем метр, и в том месте, где у вас будет заканчиваться тапочек, то есть, вот, к примеру, у меня вот так намного выше, да? Ну, сантиметра на 2-3 выше тапочек, но я мерила по своей ноге. Обмеряете щиколотку свою, да, и смотрите, сколько сантиметров у вас занимает ваша щиколотка, да. Вот, к примеру, здесь у меня 21 сантиметр. В этом случае у меня получается 26 сантиметров. Вот. Дальше я вяжу образец. Совершенно небольшой образец. Набираю 10 петель и смотрю, сколько занимать в сантиметрах у меня будут эти 10 петель. Мне не нужно знать с точностью, допустим, тютелька в тютельку, но примерно хотя бы нужно знать, потому что в любом случае резиночка, она немного тянется. Вот я вяжу образец резиночкой, не совсем небольшой. Таким образом, я узнаю, сколько мне нужно петель набрать на начальный ряд, да? Ну, к примеру, допустим, 2 петли в одном сантиметре. У нас 21 петля, мы померили, да? То есть 44 петли мне нужно набрать. Это я, к примеру, говорю, да? Здесь вот в этом случае у меня набрано 62 петли. В этом случае у меня набрано 72 петли. В этом случае у меня набрано 56 петель. Везде по-разному. И везде я делала аналогично. Как узнать, сколько мне провязывать вот в этом месте вот этот язычок? То же самое. Берем сантиметр, и если вы даже будете вязать на заказ, вам нужно будет сказать тому человеку, для кого вы будете вязать, чтобы они сняли мерки. И мерка снимается таким образом. У вас вот от пяточки и до мизинца у меня получается 22 сантиметра. То есть, когда вы уже знаете, что у вас здесь, ну, к примеру, я говорю, да, меряете вот таким вот образом, связано у вас вот столько. Да, к примеру, вы здесь вязали, потом вяжете уже наше продолжение тапочка, да? И я смотрю, ну, это, допустим, если бы я вязала на свой манекен, то мне нужно было бы 22 сантиметра вот так вот связать, да? Так как я вязала на себя, у меня размер побольше, то есть вы меряете подошву свою до мизинца. Вот, и получается, вы узнаете, сколько вам нужно провязать вот этого мысика. Здесь у нас идет наборный ряд, мы и так знаем, да?
А здесь у нас идет уже наше продолжение, то есть мы будем вязать вот это место. И я рассказала, как вам померить. Это я так долго рассказываю из-за того, что предвижу ваши вопросы. Сколько мне набрать на эту пряжу? Сколько мне набрать на ту? Мне постоянно задают такие вопросы. Надеюсь, что я эти вопросы исключила. Теперь, так как я знаю, сколько мне нужно набрать было вот на вот эти тапочки, я набираю 62 петли белой ниточкой, но набираю по-особенному. Сейчас я покажу, как я набираю. Как я уже сказала, вы уже определились и знаете, какое количество петель вам нужно набрать. Я тоже знаю, что мне нужно набрать 62 петли. Кончик оставляю побольше. И как мы обычно, обыкновенным классическим способом ниточку одеваем для классического набора, точно так и надеваю и я. В самом начале беру спицы 2 вместе, завожу спицы за ниточку, затем вовнутрь с передней части, да, и вот так у меня получилось 2 петли. Наш палец вот оказался таким образом. Видите, ниточка вот как идет. Но мы вынимаем этот палец вот так и заводим вовнутрь. И теперь за заднюю стеночку берем, вытягиваем петелечку и провязываем. И теперь наоборот делаем. Теперь у нас с этой стороны ниточка идет, и мы теперь за переднюю стеночку подхватываем спицами, вытягиваем петелечку и вытягиваем, затягивая нить, вот такую нашу петельку. Опять отпускаем и заводим вовнутрь так, что у нас спица вот идет за пальчиком, да, с другой стороны, вытягиваем петелечку таким вот образом. Дальше, вот когда пальчиком помогаете, подтягиваете, он уже сам у нас идет вот так, что у нас ниточка рабочая проходит вот с этой стороны, то есть ближе к нам, еще так скажу, да. Потренируйтесь, это легко. Первоначально, может быть, покажется, что это сложно. На самом деле это легко. Отпускаю ниточку и теперь вот так завяжу. И иду во внутреннюю часть. За пальчик. И вытягиваю. И вот таким образом нам нужно набрать то количество петель, которое вы себе рассчитали. Значит, это так делаю я. Вы можете так не делать, потому что, ну, может быть, вы не хотите, может быть, у вас не получится. Для чего я делаю таким образом? Вот наши носочки, да? Кажется, что резиночка плотная. Но если вы ее растянете, она, смотрите, как хорошо, шикарно растягивается и возвращается на место. Это такая резинка, которая в то же время она и плотная, и в то же время хорошо растягивается. Вот, очень удобная, эластичная резиночка. Точно так же и здесь. Вот кажется, вроде бы как плотно, но если мы потянем, смотрите, как она и возвращается на место. Вы хотите, можете таким образом не делать. Я делаю везде таким образом. Как узнала, что есть такая резиночка, у меня это, с этим всегда проблема. Почему-то у меня затянутая получается. А здесь очень удобная
резинка. И повторюсь, что я теперь набираю только таким образом, особенно для носков, следочков, для верха пуловера, в рукавов. Вот таким образом я набираю. Итак, я набрала нужное количество мне петель. И теперь просто вяжу резиночкой. Но резиночкой я вяжу следующим образом. Первую я петлю снимаю. Следующая изнаночная у меня классическая. Лицевую как бабушкину, изнаночную как классическую. Повторюсь, вы можете вязать привычным для вас способом. Но когда вяжешь изнаночную классической, более выраженная резиночка получается. Это раз. Во-вторых, она получается как бы более стянутой. Не знаю, чего это зависит, но я уже это давным-давно заприметила. Ну и резиночки все свои я вяжу вот таким вот образом. Повторюсь, вы можете вязать привычным для вас способом. Значит, я сейчас провяжу 4 ряда, то есть сейчас у меня идет второй ряд, был первый наборный ряд, да, второй. Следующий у меня будет лицевой и еще один изнаночный. Как понять, что провязаны 4 ряда? Это я для начинающих говорю. Вот у нас был наборный ряд лицевой. Изнаночный ряд у нас хвостик с правой стороны. Лицевой ряд, хвостик у нас с левой стороны. Это для того, чтобы не считать. Я всегда так ориентируюсь. Итак, я провязала 4 ряда. Теперь обрезаю белую ниточку. Она мне уже больше здесь не пригодится. Я имею в виду в этом месте. И дальше мы вводим ниточку другого цвета. Я в своем случае горчичный цвет ввожу. И ввожу я его следующим образом. Оставляю хвостик. И первую петелечку я здесь провязываю, как обычно я провязываю лицевые петли. Так я делаю только тогда, когда я ввожу ниточку. Дальше что я делаю? Вот эти две ниточки, которые у меня есть, я как бы огибаю вот эту мою ниточку, которую я только что обрезала и которую добавила. Вот нашу нить рабочую мы как бы обогнули, да? Таким образом мы ее зафиксировали. И пошли вязать. У вас как бы не будет сильно уже растягиваться в этом месте, если вы так сделаете. Некоторые просто узелком завязывают, а потом развязывают. Ну, я делаю так. И дальше продолжаю уже вязать той ниточкой, которую я добавила, еще 8 рядов. Вы в своем случае можете вязать то количество рядов, которые вы посчитаете для себя нужным. Но повторюсь еще раз. Я вязала вот здесь, в своем случае, не очень высоко. И сейчас я буду то же самое делать. Итак, 8 рядов я провязала. Вот так уже выглядит мое вязание. И далее я провязываю 4 ряда лицевой гладью. Итак, дорогие друзья, я провязала еще 4 ряда лицевой гладью, да, то есть лицевыми петлями. Дальше мы эту ниточку просто оставляем и не вяжем. Я беру тоже номер 3 обоюдоострые спицы. У меня есть вот такие вот стоперы, да, я сделала, и у меня получается как бы 2 коротких спицы, так удобнее вязать. Что мы делаем дальше? Дальше мы определяем середину наших тапочек, а именно вот эту вот часть.
Значит, если у вас нога широкая, вы точно так же смотрите по любым своим носочкам, которые вам подходят. Сколько вы возьмете на вот эту вот часть, да? От толщины нити у вас будет разное количество петель. В моем случае вот здесь вот 16, здесь вот 14. И даже визуально видно, что здесь поменьше, да? Но из-за чего 14? Из-за того, что пряжа потолще, да? И здесь в этом случае я буду тоже брать 16 петель. Можно взять 12. Это уж, я говорю же, вы сами посмотрите. Если у вас широкая нога, берете больше петель. Если у вас нога поуже, берете поменьше петель. Мне кажется, 10 маловато. Я никогда себе 10 петель не брала. Итак, у меня 62 петли. Я посередине хочу взять 16 петель. Значит, от 62 отнять 16 у меня получается 46. То есть по бокам у меня должно по 23 петли быть. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. Здесь 23. Дальше у меня пошли 16. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. Это у меня пойдет середина. И мы теперь с этой стороны 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 23. Все как в аптеке. Теперь мы берем, прикрепляем ниточку белую. И первую петелечку я здесь провязываю. Это только первый раз я провязываю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, провязали первый раз. Вяжем дальше. Вяжу я эту спицу, вытягиваю. Мне удобнее будет вязать на вот этих спицах. Поэтому я дальше вяжу опять все петли лицевыми. До конца моих белых ниточек. Когда останется одна петелечка, мы провяжем ее изнаночной, потому что у нас она будет идти как кромочная. Нам нужно, чтобы в дальнейшем мы могли набрать петли, поэтому нам нужно, чтобы по бокам были как косички. Первую петелечку я сняла. Ну, то есть принцип вязания полотна с кромочными вы все знаете, верно же? И таким вот образом вяжем то количество рядов, которое вы для себя рассчитали. Как рассчитывать, я уже вам озвучивала. Кромочная провязывается изнаночной. И мы разворачиваемся и вяжем вновь, снимая кромочную. Довязываем до конца наши белые ниточки. И здесь у нас идет тоже кромочная. Вот провяжем до нужной длины и встретимся с вами. Итак, я связала нужную мне длину, и теперь мы сделаем небольшое закругление. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ну, то есть всего у меня получится 40 рядов. Мы сейчас еще 2 ряда провяжем лицевыми и потом изнаночными. Смотрите, мы сейчас делаем разворот наших петель и 2 петли вместе провязываем. Далее мы вяжем до наших 3 петель в конце. У нас салюты. И здесь я вновь подтягиваю петелечки, провязываю 2 вместе. Здесь изнаночная как была, так и есть. Разворачиваюсь. Далее провязываю изнаночный ряд без каких-либо изменений. Так, далее мы вновь разворачиваемся. Это у нас лицевой ряд. Мы провязываем вновь 2 вместе, разворачивая петелечки. И в конце провязываем 2 вместе. Далее провязываем изнаночную, разворачиваемся и этот ряд вяжем без изменения. И можно обрезать ниточку, оставить побольше, чтобы можно было ее затем заправить удобнее. И можно обрезать. Она нам здесь больше не пригодится. Так. Ниточку обрезаем. И теперь возвращаемся к нашим вот этим петлям, где у нас была оставлена ниточка. Я таким вот образом возвращаю все петли назад, потому что нам ряд нужно провязать. Итак, я петелечки переодела. И теперь вяжу, как и вязала. Первую петелечку сняла. То есть у нас кромочная была. Далее провязываю лицевыми петлями полностью, где у меня горчичный цвет. Так, дошли до того места, где мы начали вязать наши вот эти ряды белой пряжей. И смотрите, здесь у меня косичка вот такая. И мы будем за первую стеночку, ближнюю к нам, поддевать петли. И мы начинаем поднимать наши петли. Вот. Поднимаем по всему периметру до наших петель на вот этой спице. Так как у меня
20 дорожек вот таких вот. Вот таких дорожек, да? Я сейчас подняла из боковых петель или из боковой стеночки 19 петель, а 20 будет у меня вот здесь. Дальше я продолжаю вязать наши петли, которые на спице на центральной оставались. Подтянуть. Так, для удобства вязания я вот так вот вытяну спицы свои. Так, эта спица мне больше не нужна. И мы делаем следующее. Вот наша петелечка, вот здесь я еще одну провязываю. Точно так же за переднюю стеночку. Таким образом мы набираем тоже 20 петель. Так, я набрала 20 петель. Вот их прям хорошо, четко видно. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. И теперь провязываем петли, которые у нас были на спице. Довязываем до конца ряда и вяжем платочной вязкой. Я в своем случае буду вязать 8 дорожек или 16 рядов платочной вязкой по всему периметру. То есть довязали до конца ряда. Здесь у нас изнаночная. Разворачиваемся и вяжем опять в изнаночном ряду тоже лицевыми петлями по всему периметру. Вот я делала так, чтобы мне было удобнее. Конечно, когда вы провяжете несколько рядов, то будет уже намного удобнее провязать. Так, вяжем самостоятельно. Итак, я провязала 8 изнаночных дорожек. Вот здесь у меня косячок зацепила, видимо, за одну ниточку, а их две. Но это в одном месте. И я решила оставить таким образом. Аккуратненько потом подошью и все. Значит, смотрите, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изнаночных дорожек. Все, больше я вязать не буду. Получается, что вот я для себя определила, что 8 дорожек для меня достаточно. Вот здесь 8 дорожек у меня. И я как бы вижу, что у меня... Я же уже на ногу померила. Этого достаточно. И здесь вот у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 дорожек. В общем, 7-8 дорожек, я думаю, что нужно провязать. Некоторые вяжут 6, чтобы плотнее было. Но я люблю, чтобы было свободно. Поэтому вяжу 7-8, в зависимости от толщины пряжи. Далее. А далее мы будем с вами вывязывать нашу подошевку, да? И для этого мы вновь должны распределить наши петли.
Так как мы закончили вязать вот в этом месте, можно ниточку оставить побольше, но я много ниточки здесь оставлять не буду. Это для прошивки можно оставить с этой стороны, а можно оставить потом, когда мы дойдем до этого места. Отрезаю эту ниточку безжалостно, да? И я считаю, сколько у меня полностью петель по всему периметру. В моем случае получилось 97 петель. Я оставлю на подошву 15 петель. Значит, от 97 отнять 15, это получается 82, да? То есть 41 петля у меня должна 97. Да, 82, 41 петля должна у меня быть на спицах. Я опять перебрасываю 41 петлю таким вот образом на правую спицу. Значит, от чего зависит количество петель, которые вы берете на спицы? Определяете на спице, опять же, от ширины вашей подошвы. Здесь у меня на язычок я брала 16 петель, но так как у меня нечетное количество петель получилось, да, значит, я беру в серединочку нечетное количество петель, потому что у бабочки мы будем делать попарно. Вот, и я 15 петель оставила на серединочке. Дальше у меня есть носочная добавочка. Вы в своем случае, если хотите, добавляйте. Вот как она выглядит после того, как провязывается подошвка, да? Повторюсь, вы можете добавлять, можете не добавлять. В моем случае я беру просто ниточку беленькую. Я вот хочу, чтобы у меня была беленькая подошва. Конечно, если у вас марка там, допустим, у меня, например, чисто в квартире, я постоянно мою и так далее. И как бы, конечно, вымазывается, но и хорошо отстирывается эта пряжа. Поэтому я беру белую. Ну, захотелось вот мне так. Вы же в своем случае берите, какие хотите цвета. Значит, опять я первый ряд провязываю эти 15 петелек. Здесь я тоже лицевую провязала. Все петельки провязываем лицевыми, все 16. Нет, у меня здесь сейчас 15. Оговорочка. Последнюю петелечку я тоже провязываю лицевой. А вот дальше, вот у меня пошли 2 петелечки, да? После этих 15. Я эти 2 петелечки провязываю изнаночными. Вот, изнаночной петлей провязала. Далее я разворачиваюсь. Ниточку себе поворачиваю, как мне удобно вязать. И далее вяжу тоже платочной вязкой. Хотите, можете вязать лицевой. Но я вяжу платочной вязкой, так как у меня и вверху платочная вязка, ну, чтобы гармонировала. Можно одним цветом все это вязать. Это уж как вы пожелаете. Значит, доходим до нашей последней или крайней белой ниточки. Я опять ниточку оборачиваю так, чтобы она у меня была зафиксирована и не выскакивала. И теперь у нас опять 2 петли нужно убавить.
Я эти две петелечки подтягиваю и провязываю лицевой. Таким образом, вы запомните. Значит, с изнаночной стороны провязываем 2 петли лицевой, а с лицевой стороны 2 петли провязываем изнаночной, то есть наоборот. Опять развернулись и вяжем до конца ряда, имеется в виду до конца вот нашего белого цвета ряда. Не довязываем одну петелечку, и теперь это у нас лицевой ряд, поэтому я перевожу ниточку перед работой и 2 петелечки провязываю изнаночной петлей. Разворачиваюсь, снимаю, это кромочная у меня, опять провязываю до одной петелечки, когда у меня останется одна петля не провязанная белая, я остановлюсь для того, чтобы провязать 2 петли. Довязали до того места, где у нас осталась одна петля, и теперь мы убавляем с изнаночной стороны лицевыми петлями. Разворачиваем наши петелечки и обратите внимание, убавочку делаем не слева направо, а справа налево. Вводим спицу вот таким вот образом, чтобы у нас вот такая косичка с внутренней части получилась. Разворачиваемся, вяжем все. Вяжем все петли лицевыми до того момента, когда у нас остается одна петля белого цвета. И здесь мы теперь убавляем изнаночно. Здесь петли у меня смотрят как нужно, поэтому я просто убавляю изнаночной петлей 2 петли. И здесь тоже получилась косичка. И вот таким образом, конечно, вы можете убавлять как хотите, но мы же хотим, чтобы у нас было красиво и с внутренней стороны, и с наружной стороны. Поэтому я вот вяжу таким образом. Сейчас еще один раз с вами убавим. Значит, здесь у меня правильно, а здесь вот неправильно. Поэтому я развернула петелечку и вместе провязала. Вот так получается с наружной стороны. И вот таким образом вам нужно провязать до тех пор, пока в моем случае не останется по 7 петель с обеих сторон. В вашем случае, если вы, к примеру, набирали там 12, вернее, оставляли петель, значит, по 6 с обеих сторон. Если вы 10, то по 5. Если вы там 18, то по 9. Ну, вот арифметика такая. Нужно остановиться на том месте, когда вы не довяжете количество петель, деленное на 2. Ну, количество петель подошвы, деленное на 2. Все, вяжите дальше самостоятельно. Итак, я провязала до того места, вот так у нас получается наша подошвочка,
Если вы все делали как нужно, то у вас вот будет примерно так. И теперь в моем случае у меня осталось по 7 петель. И мы будем формировать пяточку. Значит, это следующим образом делается. По лицевому ряду мы провязываем, не довязывая, 2 петли белого цвета. И теперь мы провязываем, захватывая 2 петли белого цвета и 1 петлю горчичного цвета, разворачиваемся. Так, у меня тут немножко подпуталось, ну, ничего страшного. Так, снимаю, дохожу, не довязывая 2 петли белого цвета, здесь у нас изнаночный ряд, поэтому мы провязываем лицевой петлей, разворачиваясь, и вот таким образом провязываю, пока не останется ни одной петли. Если вы все правильно делали, то у вас вот в конце должно остаться вот таким вот образом 1 петелечка. Здесь мы провязываем изнаночной петлей, это у нас лицевой ряд, разворачиваемся, снимаем 2 белых и 1 горчичного, и у нас на петле, на спицах осталось 2 петли, мы их просто провязываем одной, уже не имеет значения как. Вот все мы провязали. Можно, в принципе, сделать и по-другому, просто 1 петлю накинуть на другую. Так вот. Так. И обрезать нашу ниточку и все провязали. Вот такая у нас сформировалась пяточка. И нам осталось только сшить. Вот я смотрю, что нужно было все-таки оставить побольше ниточки. Вот в этом месте я обрезала, нужно было оставить. Ну, ничего страшного, я возьму ниточку. И у нас остался последний штрих. Нам нужно сшить наш задничек, да? И я это делаю следующим образом. Значит, первоначально я ниточку ввожу так, чтобы она у меня закрепилась. С этой стороны тоже. Перевожу на изнаночную сторону. И теперь мы прошиваем по лицевой части. Вот так к себе поворачиваем наши 2 стеночки. И смотрите, у нас есть вот такие косички, а между косичками есть вот такие 2 перемычки. Да? Я ввожу вначале в первую, а потом то же самое нахожу на второй
Вот у нас также и прошиваю, подтягиваю. Располагаем так, чтобы у нас все это было ровненько. То же самое. Вот у нас эта перемычка. Не торопитесь, что тут осталось-то совсем немножко дошить. И то же самое с другой стороны. И вот таким образом у вас будет аккуратный шовчик, и вы прошьете, и будет у вас все красиво смотреться. Если вы не хотите заморачиваться, как это делаю я, вы можете просто сшить либо крючком, либо просто с обратной стороны, с изнаночной стороны. И ну, будет вам счастье. Сейчас сошью и посмотрим, что получится. Ну и вот такой еще один замечательный тапочек получился в итоге. Вот такой красивый, замечательный тапотушек. Я надеюсь, что у вас все получилось. И вы порадуете себя и своих близких вот такими следочками, носочками, тапочками. Все будет зависеть от того, какой высоты вы свяжете верхнюю часть. Если вы свяжете пониже, это будет следочек. Если вы свяжете повыше, это будет носочек. Вот. Ну, в общем, вот такая красота получилась. Я желаю вам легких, ровных петелек. И поставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Поделитесь со своими друзьями, чтобы они могли тоже связать такие красивые тапотушки. Ну и я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.